Хлеборобы на пути к финишу уборочной страды. Лишь несколько хозяйств отстают от намеченных сроков. Причины – погодные условия. Вот мы сноп поднимаем. Вот смотрите, сколько хлеба. Все сплошняком хлеб. Николай Басов одним из первых организовал фермерское хозяйство. Сегодня площадь его полей составляет 2300 гектаров. Пшеница, овес, ячмень. Средняя урожайность культур в этом году 30 центнеров с гектара. Вот только собрать такой урожай непросто. Это тяжелая уборка. Весь хлеб, вот видите, же полегший. И его попробуй подними. Подсовываемся помаленьку. Уберем. Фермер Басов переживает за судьбу урожая, но оставлять в поле зерно считает кощунством. Если сказать честно, то практически очень тяжело было убирать. Намучились физически и морально. Вот. Но тем не менее, при наличии погоды выезжаем в поле. Естественно, хлеб почти весь повышенной влажности. Это создает проблемы, потому что нет сушильных хозяйств. Вся надежда у хлеборобов на хорошую погоду. Ведь сейчас от того, насколько устойчивыми окажутся солнечные дни, зависит срок уборки и качество оставшегося урожая. Светлана Бореева, Геннадий Устюжанин. Новости ОТС.